Так, ну что, всем привет, страна. А вот это Челябинск. Вот так выглядит город Михаила Кокляева. Его любимый город, но вот местами бывает и вот такой вот Мордор. Не то, что Мордор. Эребор. Да, это просто... Всевидящего ока Саурона не хватает. ЧМЗ, да, именно так. Вот, и так-то... Челябинск. Самое главное, что работают на нем великолепные люди. Вот. Очень много же ребят, на самом деле, просило передать привет от Челябинску себе лично. Ребята, которые живут в Таиланде, ребята, которые живут в Петербурге. Многие еще с разных концов света, но все свой старый, любимый Челябинск любят, несмотря на то, что здесь даже есть вот так вот. Так, ну что, мы с Мишкой потихоньку спускаемся, сейчас картинка будет прыгать. Опа. Трансформер. Тролли! Орки! Идите сюда, я вашу маму в рот целовал! Из Алматы привет, Кокляеву. Миша, привет. Алмата, привет. Да. Вот так выглядит. Вот, и самое что интересное, сам завод построен в розе ветров якобы. И весь вот этот дым должен уходить в ту сторону, в сторону северо-востока. А он уходит прямо на север, туда, прям где стоит наш район. Поэтому очень много таких болезней, связанных с легкими, так, пневмонии, бронхитов хронических, всяческих у детей особенно, когда начинаются выбросы, начинают болеть очень сильно детки. И бывает, что на машины выпадает осадок белый. Поэтому такие здоровые. Да, мы не поэтому такие здоровые. Мы могли бы, может быть, даже быть реально здоровыми. Просто вот такая хрень. И все самое главное, почему народ против ГОКа, который строится в Челябинске, потому что будет это такая же херня. Все вот это должно, вот все, вот на этом всем должны быть стоять фильтра. Это ничто не должно чадить. Но у нас коррумпированное наше руководство, эколог главный заводской, гондон конченый. Он построил себе там цех по производству своего изделия какого-то, сэкономив деньги на фильтрах. А народ страдает, блядь. Миша, ну так как сегодня 8 марта, оставим политику и просим, чтобы мы поздравили всех женщин России с 8 марта. Девочки, женщины, мамы, бабушки, сестры, поздравляю вас с прекрасным праздником женским. В этот день действительно ощущается вот такой некий праздник, он похож чем-то на Новый год. Присутствует такая атмосфера праздничная, не то что 23 февраля, 23 бухаля, а вот 8 марта, много цветов на улицах продается, красивые женщины с красивым макияжем, хорошо пахнущие, несмотря что вот такая чепуха творится на улице. Сегодня красивый женский день, 8 марта, поздравляю вас с этим днем и желаю вам здоровья, удачи, любви, денег, красоты, молодости, женского счастья и всего-всего, что вы себе только пожелаете. Вот. Так что вот такой вот романтичный МЗ. Да. Нашего. Так что форс остановились показать, что здесь есть в Челябинске. А то мы практически с Мишей только ездим по деревням, друзьям, все нас рады видеть. Хотели бы еще раз поздравить вас с наступающим 8 марта. Всем счастья, здоровья, красоты, любви. Будьте любимы, любите своих мужчин, будьте лучше всех. Но вы для нас и так, даже когда мы на вас ругаемся, лучшие из лучших. Девочки, девушки, женщины, мы вас любим. Наши мамы и наши любимые. Все, всем пока, всем до встречи. Еще... Включите, Сань. Что, включите вот этого, да? Вот эти... Белые розы. Вот это вот, белые розы. Без защитной шипы. Что с ним и сделал. Снег и морозы. Лед витрин голубых. Эй!
к нашим любимым, они ждут там машины. Лишь на несколько дней, эй, и оставят вас умирать на белом холодном окне. Эх, последний день в Челябинске и в Петербург. Все. Всем до встречи, всем пока, всем спасибо, всех обнимаем.